Стало известно детальное расписание Олимпийских игр 2020 года. Оргкомитет опубликовал его на своем сайте. Кроме того, создан специальный веб-сайт для продажи билетов. Во время игр в Токио будут задействованы спортивные объекты, построенные для проведения Олимпиады 1964 года. О том, как Япония готовится принять летние игры уже во второй раз в своей истории, в материале Айгерим Урзалиевой. До старта главных игр четырехлетия осталось чуть больше года. В предвкушении этого спортивного события весь мир и, конечно, хозяйка Олимпиады Япония. Кстати, у жителей страны восходящего солнца есть приоритетное право купить билеты на игры первыми. Через 3 недели, 9 мая, на специальном сайте начнется прием заявок на участие в лотерее. После чего покупка билетов станет доступна абсолютно для всех, в том числе, конечно, и для казахстанцев. Билеты на Олимпийские игры в Токио будут стоить от 7 тысяч тенге с человека при групповой покупке и около 9 тысяч тенге при индивидуальной. Попасть на церемонию открытия можно будет, заплатив за вход около 42 тысяч тенге. Это минимум. Самые дорогие билеты обойдутся болельщикам почти в 2700 долларов. Я очень хочу попасть на эти игры, потому что такой возможности может больше не представиться. Сейчас мне 66 лет, и поэтому для меня это действительно важно. Попасть на игры, пока я жив. Особенно я хочу посетить соревнования по плаванию, легкой атлетике и марафонскому бегу. Единственный спортивный объект, возводимый специально к Олимпиаде, это национальный стадион. Именно там вечером 24 июля состоится церемония открытия Олимпиады. И уже на следующий день будут разыграны первые комплекты медалей по 7 видам спорта, в том числе по тяжелой атлетике и дзюдо. Соревнования по плаванию пройдут в первую неделю. По тяжелой атлетике с 25 июля по 5 августа. В это же время соревнования по художественной гимнастике. Всего в программу включено 33 вида спорта, больше, чем когда-либо за всю историю Олимпийских игр. Поскольку Олимпийские игры будут проходить на моей родине, я хочу увидеть все своими глазами. Моя работа связана со спортом, поэтому планирую помогать спортсменам в качестве волонтера. Сейчас я живу в Токио, поэтому хочу попасть на Олимпиаду. В моем родном городе такой возможности, конечно, не было бы. Олимпиада до этого проводилась в Японии в 1964 году. И поэтому будет непростительно упустить такой шанс, который выпадает раз в 60 лет. 8 августа состоятся финалы 30 спортивных состязаний, а уже 9 на новом национальном стадионе пройдет церемония закрытия главных игр четырехлетия. Ну и после небольшого перерыва 25 августа здесь же начнутся Паралимпийские игры. Айгерим Урзалиева, Хабар 24, Токио, Япония.